Если не сложно, запишите видео о том, что вы думаете по поводу вегетарианства. Но я уже по поводу вегетарианства не хочется тему, так сказать, скомкать. Вегетарианство вещь хорошая. Дело в том, что мы можем те же белки получать, ну смотрите, из бобовых, из орех. Тут только надо настроить наш пищеварительный тракт на то, чтобы он все это дело нормально переваривал. И, пожалуйста, великолепная вещь. Вот. Ну и в то же время я не против и против того, чтобы мясоедство. Практика показывала, знаете, ну вот вегетарианство несколько, ну, опять-таки, надо свою жизнь быть очень дисциплинированным, чтобы вот для вегетарианства создать условия, чтобы вы им, значит, это пользовались. Проще вот кругом, куда не зайдешь, там кто-то мясо есть и так далее. Но уже есть везде салаты, вы можете салат, там винегрет, плюс мясной, либо же на кашке. Я пробовал как то и другое, я пробовал и сыроедение, да нормально было летом. Зимой плохо, потому что мерзнешь. Вегетарианство. Вегетарианство можно и зимой. Пожалуйста, теплые тушеные овощи, там какие-то там блюда. То есть все это можно сделать. И я уже там описывал их и в целебной кулинарии. И это каши. Великолепная вещь. Она вас и белком снабдит, и всем, чем надо. Проросшая пшеница. Проросшая пшеница, она не дает вам... Это уже не крахмалистый продукт. А проросшее зерно – это уже продукт растительный. Там крахмал преобразовался в солодовый сахар. Понимаете? Куча ферментов, о которых так много говорят. Вот в рекламах там употребляйте ферменты. Кстати, насчет рекламы употребления ферментов, там, знаете, вот это... человек объелся, потом он съел какие-то там... пилюли с ферментами, они, значит, все это рассосали, переварили, и о, ништяк! Можно на них сидеть, ничего подобного. Запомните, если вы их начнете злоупотреблять ими, раз, другой, третий, ваши собственные ферменты, желудок поймет, о, а зачем я тут буду вырабатывать ферменты, когда они поступают извне. И он перестанет работать. Это такая, организм наш, такая вещь, которая сразу же настраивается. Вы ему помогаете, он перестает это делать. Потому что зачем ему делать, когда он саморегулируется, когда поступает вот эти, все эти вещи, да? Ему помогают. Не будете ему помогать, он тогда опять начнет это делать. Но он уходит на легкий путь гораздо быстрее, нежели с легкого пути возвращается на нормальный. Это вы запомните. Поэтому особо этими пилюрами с ферментами не употребляйте.